Минтранс Чехии временно до 7 июля снял ограничения на рейсы российских авиакомпаний. Ранее Аэрофлот был вынужден отменить часть рейсов в Прагу после того, как Чехия аннулировала разрешение на полеты. По той же причине Победа отменила свои рейсы Москва-Карлова-Вары. Как пишет Коммерсант, между чешскими и российскими властями возник конфликт. Россия пыталась согласовать дополнительные частоты в Прагу. Чешская сторона отказалась. В ответ на это Россия перекрыла чешским авиакомпаниям транссибирские перелеты в Сеул. Тогда чехи и начали отменять рейсы. Чешский Минтранс отметил, Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков.